Богом, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Поздравляю вас всех с праздником, прежде всего, Пасхи Христовой, которая идет, продолжается, и которая самая радостная для всех православных христиан. Если Христос не воскрес, то тщетна наша вера. И никто нас не заглушит, ни автомобилисты все эти, ни мусульманские, мы были вон в Иерусалиме, там орали. Но вот Господь всегда с нами, и как говорится, никто не на нас. Для нас, конечно, большая радость, что строится храм Божий. Причем люди строят и крещеные, и некрещеные, и верующие, и неверующие, но я думаю, тоже не без благодати Божией, не без помощи Божией идет стройка, правда? Да. И потихоньку все равно что-то получается и в голове, и в сердце. Поэтому большая радость, храм уже получил свой вид, как знаете, Господь сотворил сначала кости, потом жилы, то есть сотворил человека, так и здесь потихонечку храм, как фотография, проявляется. Сначала очертания, потом подробности, а потом скоро уже будет и крыша, и отделка, и иконостасы, и так далее. И вот сегодня мы освящаем главу храма. Как мы знаем, рыба гниет с головы, ну и, как говорится, Россия вот с головы гнила, сейчас с головы, может быть, Бог даст и возродиться. Хотя не знаю, как уж Господь, как мы. Но мы должны молиться, чтобы Россия возрождалась, чтобы наши дети не пили, не блудили, как говорится, жили благочестиво, в целомудренно, в браках. И мы хотим, чтобы Россия возрождалась. И храмы – это такие, как сказать, столпы веры и благочестия. Здесь человек получает помощь Божию, получает укрепление в вере и получает таинство Божие. И здесь хранится вера православная. Вера православная – это то, что нас спасает. Мы знаем, что сейчас видимый и невидимый Запад пытается напасть на нас с помощью разных экуменизмов, католицизмов, там, других бесовских направлений, с помощью разврата, извращения и так далее. Но мы должны держаться целомудрия. Целомудрие, оно касается и телесного целомудрия, и духовного. То есть хранить веру православную. Ей же нам утверждение. Ее мы получили от наших отцов, которые хранили ее более 1000 лет и даже 2000 от Христа. И поэтому мы должны тоже быть хранителями истинной веры православной. Сегодня глава освящается и купол, в смысле купол и глава по-русски, шея по-русски или барабан по-иностранному. Но главное крест, конечно, который стоит во главе всего. И скоро, когда будет кран, мы поставим это наверх, да? И там еще будет 4 небольших купола. Там много молитв, что крест, он хранитель всей вселенной, красота церковная, ограждает нас всех от всякого зла, привлекает благодать Божию. И те, кто проходит по улице, где-то в парке гуляет или на площади, или проезжает, и видит храм Божий, крестится на крест, и на ту святыню, благодать ангела, которая находится в храме, то тот получает благодать Божию. Поэтому для нас это большая радость. И участвовать в строительстве. Кто-то молитвы участвует, кто-то денежку жертвует, кто-то своими руками строит и получает тоже Божью помощь. Где-то отпущение грехов, где-то поддержку духовную, а где-то наоборот у людей появляются искушения, то дома, то внутренней жизни. Но это не значит, что Господь не помогает. Господь наоборот начинает помогать, как говорится, задумываться о вечном, потому что жизнь-то проходит. Вот строители в основном молодые люди, конечно, не все, но вот. Здесь стоят пожилые, вот, как говорится, уже, допустим, я тоже через перевал перешел, уже, так сказать, с горки качусь в определенную там сторону, в сторону гроба, как говорится. И поэтому пожилые люди скажут, что жизнь-то пролетела как мгновение, и надо задумываться. Лучше задуматься раньше, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Поэтому будем беречь каждую минутку, будем задумываться о вечном и собирать в сокровищницу сердца, то есть наше, как говорится, все мудрое, все доброе, все святое. И стараться возрождать свое сердце, свой разум, свою главу, чтобы крест был в основании всей нашей жизни. Господь взял на себя крест, и нам, как говорится, Бог терпел на кресте и нам велел. Поэтому мы должны тоже взять крест и нести за честь Христа, вслед Христа. Поэтому желаю вам, чтобы вот эта чистота веры была и в сердце, и в семье, и в ваших поселках, городах, весях. И возрождалась наша святая Родина, и был мир во всем мире. С праздником, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Воистину воскресе! Плохо печется об этом храме, мало бывает. Сразу скажу, прям порицанием, несмотря на праздник и на хорошее дело.
И благодарность главе, который больше заботится. Ну тоже, хотя много заботится, а рейтинг упал и разбирает его. Беда, плохо вы молитесь. Вас тоже благодарю всех верующих. Но тоже плохо молитесь, такой глава был хороший. И вот прям уходит на глаза. Ну жалко. И, конечно, строителей благодарю. И начальствующих, и просто работников. Потому что строить храм — это большое дело. Мы молимся за вас, переживаем тоже. Как политики, знаете, болеют за свою команду, так и мы тоже молимся за вас. Ну, и дай Бог, чтобы все у вас получилось. И здесь, вот в этом Божьем деле, и в вашей личной жизни. Божьей вам помощи. Храни вас Господь на много лет. Христос воскресе! Воистину воскресе!